Ой, ребята, вы уже тут! Привет всем! С вами я, Нюбик Дяни Фин. И сегодня, ребята, мы с вами будем проходить игру под названием Майнкрафт. Смотрите, в общем, я вот такой вот дом построил. Вот такой вот, смотрите. Вот, добыли немножечко ресурсов, вот таких вот всяких разных. И, кстати, блин, я что-то захотел покушать очень сильно. Надо добежать вон до того Салима. Он там продает хлеб, и я думаю, у него можно купить очень много покушать. Давайте мы возьмем парочку алмазиков. Вот, ну я думаю, штучки 4 хватит. Я у него куплю стак хлеба, наверное. Ну или не стак, посмотрим, что у него вообще там есть. И, кстати, ребят, хочу вам сказать спасибо те, кто решает мои примеры. Я очень рад, что вы решаете примеры. А следующий пример у нас будет таков. 15 минус 7 плюс 3. Вот такой вот пример у нас такой сложенький. Ну такой, типа, нормальной сложности. Я думаю, вы его... Решите, справитесь. И давайте мы с вами добежим до Салима. Вот. Фу, блин, я что-то уже устал как-то бежать, ребята. Ой, блин. Блин, у меня уже какая-то одышка пошла. Это нереально что-то далеко бегать. Так, Салим. Фух, блин. Фух, надо отдышаться, ребят. Фух. Фух. Салим, можно у тебя купить хлеба немножечко? Да, конечно, Нюбик, ты можешь купить у меня все, что хочешь из еды. Дай мне один алмаз и бери, что хочешь. А ты что такой запыханный, Нюбик? Фух. Да вот я бежал, и я не знаю, блин, далеко от тебя поселился. Я блин, вообще устаю бегать. Очень трудно мне бегать. А, ты, кстати, можешь купить у там у жителя в деревне продается машина. Ты можешь у него там купить за очень низкую цену, и ты можешь ко мне ездить на машине. Реально? Ты не прикалываешься, это Салим? Нет, я не прикалываюсь, там серьезно продается машина. Так, ну окей, Салим. Так, я у тебя покупаю хлебушек, забирай два алмазика, я у тебя возьму вот столько вот хлеба. Я думаю, ты будешь доволен двумя алмазиками. Да, спасибо, Нубик, тебе. Так, окей, ребята, мы с вами прикупили себе... хавчика 48, почти целый стак, ну это пипец. Так, и я думаю, стоит все-таки взглянуть на эту машину, которую Салим рассказывал. Я думаю, там она серьезная, прикольная. Так, надо положить все вещи сюда, точнее алмазик. Закрываем дверь, еду мы с собой возьмем. Так, и надо найти того жителя, который продает эту машину. Давайте посмотрим, где он. Блин, я уже опять устал бежать. О, кстати, мы ее уже можем наблюдать. Да, смотрите, она стоит, прикольная машина, кабриолет какой-то, без крыши, без окон, прикольно, я думаю, будет на ней ездить. Так, теперь главное найти продавца, кто ее продает. Так, кто тут продает машину? Повернитесь ко мне лицом. О, это ты? Это ты, житель, продаешь машину? Да, это я продаю машину. Ты хочешь купить машину, Нубик? Да, житель, я хочу купить эту машину и... Кстати, а какая у нее цена? Так, цены у нее нету, но ты мне должен выполнить несколько заданий. Ты должен мне собрать огород, все огороды, и сделать, построить новый дом. Так как у нас очень много жителей, и скоро приедет еще новая партия жителей, нам понадобится еще один дом. Так что делай его и можешь забирать эту машину. Так, окей, два задания, да, надо выполнить? Да, два задания выполняет, машина твоя. Окей, ребята, слушайте, ну это очень легкая, как бы, цена для этой машины. И я думаю, надо ее уже выполнять. Я уже очень хочу получить эту машину. Он нам сказали то, что нам надо собрать весь урожай, пересадить. Так, давайте ему посадим. А он, наверное, главарь этой деревни, потому что он, видите, как управляет всеми. Так, картошечку забираем. Отлично. Так, а если у нас будет вот так вот у нас картошка останется? Так, ну я думаю, в какой-нибудь сундук положу. Так, а он мне не сказал, в каком сундуке взять эти материалы, чтобы построить дом-то. Блин, я что-то тупанул, ребята. Давайте тут картошку поставим. Вообще нормально будет. Так, давайте. Кстати, можно у тебя, житель, спросить, где взять материалы для строительства дома? Мне вот житель сказал то, что я должен построить дом. И где я его должен построить? Так, ты можешь его взять в маленьком доме, материалы, и построить дом где-нибудь, где хочешь. Вот, главное, чтобы дорога к нему шла. Так, окей, ребята, я понял. Мы с вами должны построить дом.
где есть дорога, а материал мы должны взять, где маленький дом. Ага, так, окей. Так, мы сейчас с вами... Семена... Это что за семена? Так, семена свеклы, пшеница. Пшеницу мы с вами какую-то забрали. Так, хлеб мы с вами сажаем. О, тут морковь, тут все в перебой идет. Это пипец какой-то. Какие-то жители не очень крутые у них тут. Ой, зачем? Я ничего не хочу у тебя покупать, житель. Так. Два огорода мы с вами перекопали. И давайте последний вот этот огород мы им перекопаем. Я думаю, этого будет достаточно. Я думаю... Ой, чуть не ударил жителя, блин. Сейчас было бы неприкольно, если бы я его ударил. Я думаю, он бы разозлился. Так, все, мы весь урожай собрали. Теперь надо посадить его. О, житель мне даже помогает. Смотрите, он посадил одну пшеницу. Так, давайте теперь свеклу посадим. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Кстати, у нас ее очень много, 10 штук еще. Вот, целых 4 грядки мы практически этой свеклы посадили. Так, мы, кстати, там забыли одну посадить. Вот тут вот, все. У целых 13 картошки мы с вами накопали, прикол. Так, а какой маленький домик? Так, может, этот маленький домик? Кстати, там сундук какой-то стоит. О, да, ребят, смотрите. Это реально тот дом, в котором лежат материалы для строительства дома. Так, и мы должны построить его рядом с дорогой. Ага, ну давайте мы его прямо и тут и построим. Начинаем строительство дома. Будет он у нас какой-нибудь прикольненький, очень вообще такой прикольный. Вообще, вообще, вообще. Так, вот так вот поднимаем. Пол у нас будет деревянный. Я думаю, вот так вот у нас, вот такой вот длины. Ой, ширины. Так. Ну и длины практически такой же-то будет. Блин, я что-то материал свой не взял. Надо было взять каменную... каменный топор надо было взять, а что-то я не подумал. Так, мы, кстати, уже почти весь все дерево использовали. Я думаю, этого нам достаточно будет. Ой, надо вот эти вот блоки лишние убрать. Я зачем-то их сюда поставил. Так, ну рукой это бить, это дорого. Реально, и больно, блин, уже рука болит. Так, нам надо найти... Ладно, не будем ничего находить. Так, теперь обводим это все камнем. Вот таким вот образом. Ой, блин, что это я все тут перемесил? Вот это нам надо убрать. Давайте включим режим бога. Вот такой вот. Вот это вот уберем. А вот тут вот у нас будет вот такая вот колонна по бокам. Вот такая вот колонна будет. Только нам надо вверх немножко вот так вот. Вот так вот. Так, вот тут вот будет у нас дверь. А дверь будет у нас вот такая вот. Отлично. Вот так вот должно быть у нас. Идет сюда. Сюда. Так, тут стекло у нас будет. Ой, это я зря сделал. Тут у нас поднимается. Тут у нас тоже будет деревянный. Вот такая вот штука. Тут камень у нас идет. А, и все. В принципе, да. Соединяем. Вот тут вот соединяем. А, у нас еще вот тут вот на одну не хватает. Во, теперь все хватает. Так, теперь надо вот сюда вот. Вот сюда. И все. Осталось только вставить стекла. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ой, блин, а тут надо что-то еще сделать. Я думаю, мы сейчас с вами вот так вот сделаем. Я думаю, нормально будет. Так, вот тут вот у нас будет вот такое вот тройное стекло большое. Вот так вот, вот так вот. Кстати, вы могли бы оценить мой дом вот по пятибалльной шкале. Я думаю, вы его в начале ролика увидели. И оцените его, пожалуйста. Я его очень долго строил, очень сильно старался. Я думаю, он вам понравился. Блин, у меня очень много сил на него ушло. Вы просто не представляете. Это просто куча, 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 куча сил. Так, давайте вот такие окна вот тут вот сделаем. Вот такие вот прикольные. Так, а вот тут вот... я думаю, надо вот так вот. Три, три. О, отлично, вообще... Просто по фэншую мы все с вами сделали. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Осталось только крыша и двери. И все. Так, берем дверь. Вставляем их. Отлично. И нам осталось только сделать крышу. Давайте вот сделаем... Ой, надо вот тут вот еще вот так вот сделать. Все, отлично. Теперь нам осталось только обвести крышу. Вот таким вот блоком. Точнее, не блоком, а полублоком, потому что это половина блока от самого блока. Во, вот так вот сказали. Так, теперь вот так вот, и я думаю, этого будет достаточно.
Потому что крыша каменная, крыша хорошая, крыша... Дождь не будет под нее проходить. Так. Ага. Обводим. Вот так вот. И все. Вот тут вот осталось заполнить вот это вот все дело. И мы с вами сделали этот дом. Все, ребята, мы с вами все выполнили задание. И теперь мы, наверное, можем воспользоваться этой машиной. Я думаю, даже мы не будем спрашивать у этого жителя. Ну, потому что мы все реально сделали так. Ну ладно, мы его предупредим. То, что мы все сделали. И забираем машину. Вот он как раз стоит. Житель, я, короче, все твои задания выполнил. Построил дом, собрал урожай, посадил урожай. Теперь я могу забрать машину твою? Да, Нубик, теперь ты можешь забрать свою машину. И спасибо тебе за то, что ты нам помог построить дом и собрать весь урожай. Все, спасибо, уезжай. Так, ага, теперь мы можем взять... О, ключ для машины. Так, ага, заводим, вставляем. И, ребята, она реально едет. Смотрите, какая она прикольная, только она что-то очень медленная. Так, а для моей машины, по-моему, надо построить гараж. Так, ну-ка, реально, так, надо припарковать ее. Так, разворачиваемся. Вот так вот. Мы же с вами, так, профессионалы. И вот так вот, сейчас мы тут вокруг нее построим гараж. Все. Бибик, выходим. Так, вот, выходим. И делаем себе гараж. Так, а сделаем гараж мы из железа. Давайте вот так вот. И вот так, надо ее полючей припарковать. Так, завели. Так, задний ход делаем. Вот так вот, отлично. О, все, мы с вами полностью ее припарковали. Так, опа, она тут что-то немножко заехала. Опа, все, мы ее выдвинули с вами, и все. Сейчас мы с вами строим для этой машины гараж. Я думаю, мы на ней можем немножечко покататься. Кстати, можем похвалиться Салиму, то, что мы заработали такую машину. О, посадили, посадили огород жителям и построили им дом. Да, давайте доедем до Салима, давайте. Заводим. Вот такая вот она машина, моя машина, детка, просто конфетка. О, о, Салим, смотри, какую я машину купил. Бип-бип-бип. О, нифига себе, Нубик, вот это вот у тебя прикольная машина. Будешь меня ночью до дома доводить, когда у меня ночная смена будет заканчиваться. Не-не-не, Салим, не-не-не, ты сам добирайся. Я купил, заработал сам, можно сказать. А ты себе ищи должен машину. Ну, кстати, спасибо тебе за то, что ты мне подсказал, то, что там продается вот такая вот машина нереально крутая. Ну ладно, Салим, давай, покедова. Давай, Нубик. Так, ну, я думаю... Ой, я думаю, мы не будем сбивать этого жителя. Так, давайте припаркуем машину вот эту. И с вами можно сломать парочку лаки-блоков. Давайте. Вот так вот заезжаем, потому что я люблю ломать лаки-блоки. Так, выключаем. И выходим из машины. Так, отлично. Давайте поставим парочку ляку-блоков. Ляку-блоков. Вот это я вот сказал. Прикольно. Давайте сломаем 4 ляки... Нет, 26 ляки-блоков. Во. Так, гамми-моды 0. И давайте сломаем парочку блоков. О, а что это тут у нас? Ой, салютик! Ой, а где это мы? Мы с вами в непонятном месте, кстати, находимся. Мне надо поставить спавн-пойнт. О, житель застрял. Смотрите, сколько... Ой, а что это? Ой, а это что такое интересное? Так, а у нас где еще ляки-блоки? А у нас закончились ляки-блоки, что ли? Ну-ка. А, не, а еще вот тут. О, опыт выпали. Опять лошадиная броня. Но это не прикольно. Так. Вот это пипец ляки-блок. Так, а интересно, есть что-то такая махина? Ну-ка. Так, интересно, что сейчас произойдет? Так, это какой фаер-шоп? Это динамит! Бежим, бежим, ребята! Вот это меня откинуло! Вот это пипец, ребята! Ну, я думаю, на такой ноте можно закончить. Кстати, уже ночь настает. Это надо, думаю, реально заканчивать этот видеоролик. В общем, спасибо огромнейшее за просмотр, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии мой пример, ну, решение примера. И если вы его решите правильно, то вы попадете в мой видеоролик. А с вами был Даня Финнук, ребята. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока.